Всем кукусики, всем привет! Вы на канале Kimmy Family. Привет! Это очередная поездка в Outlet. Начнем с Найка. Найковские кроссовки, скидка 70%, сейчас за 29 тысяч. Может, мне взять как раз для бега? Что тебе эти кроссовки не понравились? Нет, они неудобные. 30% скидка на кроссовки. Как тебе размер? Не, нормально, но ты вот здесь вот очень, когда ходишь, они прям впиваются в ноги. Как тебе? Ты вот эти брала? Нет, у меня высокие. Высокие. Только высокие. Смотри, слушай. Просто что там есть? Ничего нет. Что там искала такое? А, это ж шнурки дурацкие, розовые. А ты что? Я вот это хочу. Зачем она тебе нужна? Ну, прикольно. Куда ты? Дорого? Ну, если ты тебе хотела за 41, есть разница? Здесь тоже на... Смотри, какие скидки хорошие. О, у них такую штучку. Да, смотри. Что, надела? Да. Покажи, как. Не нравится? По размеру как они тебе? По размеру хорошо. Я без ложки бы не надела бы. Вот смотри, какие я тебе еще нашла. Вот такие хоть. Ну, люди, смотрите, с какими коробками набирают. Ничего нашего шуба за ценить. Та-дам! А стоит она вообще? 80. Да, представляешь? 70% скидка. 270. Такого цвета. Она такая приятная. Как тебе? Ну, может, в другой театр уже ходить? Если ты так собираешься делать, то не бери ее. Я так хочу. Не бери ее. Тогда ты зачем ее берешь с этим, с воротником? Если ты делаешь так, тогда, значит, возьми вот такую. Значит, просто вот такую. Ты видишь, что я носил? Вот она даже. Это более солидный. Посмотри, как это. Это кошелек. Тебе не нравится, не надо. Убрала. Да. Да, какая текстура? Легкая-легкая вообще. Да, я что-то хочу с клиники взять. Что там за набор? Да, вот так он выглядит. Так он выглядит. Мама предлагает. Тут 8 штук. Мама предлагает закрытыми глазами перемешать и выбрать каждый себе по 4. Напополам взять. На него и так скидка. Мы решили сэкономить. Да я знаю маму. Мама заберет себе вкус и скажет, ну Поля, ну Поля. Да, я уже тебе говорю. Я уже тебе говорю, Поля, это твое, это твое. Ну что, возьмем-то? Вот. А поскольку они миллилитров? Ой, они по 4 миллилитра. Ну, они банки бы больше. Ну что ты там довольна? Что ты набрала? Мы взяли духи с мамой. Я взяла в подарок подружке набор Джо Малон. Там свеча, крем и пудра. Дети Свете. Набор от... Кто это? От клиники. Клиник, кто? Пошли есть. Мы пришли есть, проголодались. Время уже сколько? 4 часа. Поля, как всегда, не изменяет себе свой чадямён. Я его люблю. Вень, ты что себе взял? Вот чили. Чили. Как ты будешь его есть? Я кисадилью. Пап, ты себе что взял? Я бутерброд взял. Что, я прическа страшная? Нормально. Ракурс не умный. А какой? Вот я тебе дала кисадилью, поешь, попробуй. А я редьку. Не показывай тут волос. Ой, я так чапкаю прям.
как это? Как еду снимают, когда чапают? Как называется? Мукбанг. У меня мукбанг получился. А кто мой пальто забрал? Я. Вот это пальто. А кто мою забрал, тоненькую, для кофе специально? Кто ее стырил? Признавайтесь. Мои друзья взяли острые блюда себе. Ну, не то, что острые, там просто перец в составе. И он изначально был написан на меню, но почему-то... Да, было написано халапеньо. Вот. Не то, что по-корейски было написано это название, а вот халапеньо, как есть. Читают название, все равно заказывают, а потом удивляются, что острым. Ой, халапеньо — это самый острый перец в мире? Ну, я не знаю, не располагает этим, да? Я беру свой любимый чичамён, как всегда. Он не острый, он вкусный. Лен, тебе как твой бургер? Блин, вообще в яхту выходит. Лен, в принципе, острый любит. Поэтому... Ну, проблем. Кто не съест, то что? Ешь тарелку. Ешь тарелку. Спасибо. Тарелку нет. Вообще все чисто на тарелке, все подчистую. Коль, да как он тебе не надоедает? Один и тот же чадямин. Я могу есть одно и то же вообще всегда. Я обожаю есть одно и то же, если мне вкусно. Так и я. Надо же что-то другое попробовать. Куда полез мою тарелку? Вася? Почему у тебя две трубочки в стакане? В этот раз мы хотя бы хоть какие-то вещи взяли. Mm-hmm. Не то, что хоть какие-то. Да. Я взяла себе водолазку, платье, кроссовки, духи, маленькие подарочки. Дай мне тогда эти вилочки, палки. Кофе. Я не вижу. Угу. Продолжаем разговор. Я говорю, в этот раз есть скидки. В прошлый раз скидок не было. Когда нет скидок, одежда не такая привлекательная, как скидка. Хотя, мне кажется, ассортимент тоже самое. Плюс-минус, да. Вот филфигеры, эти платья, в прошлый раз тоже были. Угу. Просто почему-то их мерить не стало. Ну, скидка всего была 20 тысяч. Скидка хорошая получилась на кроссовки. Ну, как хорошая? И платье. Ну, относительно. Слушайте, вот мы пришли сюда в 4 часа. Как хорошо? Народу нет, да? Место садись куда хочешь. Мы обычно приходим к часу, к двум. Там уже все. Когда, да, как говорится, яблоку негде упасть. Как на берегу Черного моря. Сочи. Все занято. Мама попросила спросить что-нибудь из столицы Бразилии. Рио-де-Жанейро. Нет. Бразилия. Бразилия. Да. Столица Австралии. Порт. Ну, ты мне как-то говорила, я хочу сказать Сидней, но это не Сидней. Не Сидней. Скажи, какая буква? К. Даже первые две. К. Кала-Лумпур. Кто? Ты мне говорила, я всегда забываю. Давай, говори, какое. Похоже на мой любимый сын. Камамбер. Соедини теперь К. Кабер. Камбер. Камбер? Камбера. Камбера? Ну, не слышу. Камберу. Давай дальше. Если бы тебе предложили бессмертную жизнь или очень-очень много денег, что бы ты выбрала? Конечно, очень-очень много денег. Mm. Если у меня бессмертная жизнь без денег. Правильно. Я не хочу быть бессмертную жизнь. Бессмертную жизнь? Зачем она тебе нужна? Бессмертная жизнь? Конечно, нифига себе. С кем бы ты жил, у тебя уже все вокруг умерли. У тебя не осталось бы никого. Новых бы завел, что? Нет, я очень много-много денег. Хорошо. Давай если бы тебе сказали, ты можешь выбрать... Ты мне на 0,5 снимаешь? На 1. Нет, 1 не снимай. На 0,5 папу видно. А, да? Ну, снимай, ладно. Следующий вопрос. Если бы тебе сказали, что ты своими глазами можешь увидеть любое событие из настоящего, прошлого или будущего, что бы ты выбрал? Любое событие. Любое событие вживую увидеть. Прошлое меня не интересует.
будущее. Что я? А? Дома я? Думает. Ты сама зашью, обстригу. Не знаю, хоть. Чтобы, папа, а ты что? Если бы тебе сказали, что ты своими глазами можешь увидеть любое событие из прошлого, будущего или настоящего, какое событие ты бы выбрал посмотреть? А какое? Что ты будешь смотреть из прошлого? Какое событие? Какое? Короче, видишь, мы не можем ответить. Нет, почему я отвечу? Нет, я если думаю, я скажу, ты... что... Я бы из прошлого. Ну, что бы ты выбрал? Я бы выбрал. Вот я бы на динозавров посмотрел. А, ты вообще глобально имеешь? Конечно. Я думала, только про себя. А что про себя? Во времени ты можешь любое событие. Я бы динозавров посмотрел. Я бы только будущее смотрела, как это. Зачем мне эти динозавры? Как они выглядели. Папа, а ты? Я бы посмотрел. Пип. Далее. Я не знаю. Я посмотрела, как мы будем жить через 50 лет. Ты через 50 лет еще сама посмотришь. Ну, это будет в будущем, а это я раз посмотрела. Короче, не знаю, пофиг. Кто будет писадилью доедать? Доедай. Не выкидывай, давай. Ты бы тоже на динозавров посмотрел бы? Либо на динозавров? Нет, я... Рождение Иисуса, например. Рождение Иисуса, видимо, выбираю. Например? Я бы в космос слетала бы. Тебе нельзя слетать, тебе можно посмотреть. Ну ладно. Короче, я потом подумаю, что я посмотрела. Все, как я люблю космос. Блядь. Красота. Что это такое? Роскошь, богатство. Мама так разозлилась. В общем, все эти пластиковые заставки были закрыты. И мама подумала, что у них перерыв. А оказывается, это не перерыв. Люди пошли. Понюхали. Заставили меня экспресс получить.